Здравствуйте! На прошлом уроке мы остановились на том, что составили два уравнения, описывающие данные в таблицах. Посмотрим, сможем ли мы ответить на интересующие нас вопросы с помощью этих выражений. И в качестве разминки сделаем то же самое, что и на прошлом занятии. Только в этот раз мы уже будем пользоваться уравнениями, в которых отражена информация, записанная вверху. Сначала давайте выясним, сколько должна моя подруга, согласно основной программе, заплатить за месяц, если всего она посетит три занятия. Вот у нас есть уравнение. Давайте подставим 3 вместо s и вычислим, чему равно c. Итак, c будет равно 20 плюс 8 умножить на количество занятий. А количество занятий равно 3. В данном случае s равно 3. Подставляем 3 вместо s и получаем, что при таком раскладе моей подруге придется заплатить 20 плюс 8 умноженное на 3. А это 20 плюс 24. Значит, всего за месяц моя подруга заплатит $44. Сделаем то же самое и для пробной программы. Сколько будет стоить моей подруге посещение 3 занятий согласно пробной программе? Здесь все просто. Общая стоимость будет равна 12 умножить на количество занятий. А в данном случае количество занятий равно 3. Значит, 12 умножить на 3. И это равно $36. Теперь давайте попробуем ответить на вот такой вопрос. Сколько занятий сможет посетить моя подруга, предположим, на $54? Допустим, $54 – это та сумма, которую моя подруга может потратить на йогу. Итак, сколько занятий сможет посетить моя подруга на эту сумму по основной и пробной программам? Сначала рассмотрим пробную программу. Сколько занятий сможет посетить моя подруга на $54? И давайте предположим, что это какой-то особенный клуб йоги, где вы можете посещать не только полное занятие, но и какую-то его часть. То есть, если вы посетите половину занятия, то вы заплатите $6. Если же вы пробудете на йоге четверть занятия, то и заплатите вы четверть стоимости, то есть $3. В данном случае мы рассматриваем не только полное занятие, но и какую-то его часть. Например, можно посетить и 2,5 занятия, а не ровно 2 или 3. Исходя из этого предположения, сколько все-таки занятий сможет посетить моя подруга на $54? Давайте подумаем. В данном случае нам известна общая стоимость. $54 – это c, стоимость занятий по йоге. Значит, 54 равно $12 за занятие умножить на количество занятий, умножить на s. Вот такое уравнение у нас получилось. Теперь, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно всего лишь найти s, удовлетворяющее этому равенству. В этом уравнении s – это неизвестное количество занятий, которое моя подруга сможет посетить на $54. Если в правой части равенства была бы одна переменная s, то тогда мы могли бы сказать, что s равна значению в левой части. Но в правой части 12s, а не s. Поэтому нам нужно еще разделить правую часть на 12. 12s разделить на 12 равно s. Но поскольку перед нами равенство, то мы не можем разделить на 12 только правую часть. На 12 мы должны также разделить и левую часть выражения. Если эта часть равна этой, то чтобы сохранить равенство, мы должны проделывать одни и те же действия с обеими частями. В правой части тогда останется просто s. А в левой части будет 54 двенадцатых. Давайте в столбик посчитаем, чему равно 54 разделить на 12. 12 содержится в 54 4 раза. 4 умножить на 12 – 48. Остаток 6. Значит, 54 двенадцатых – это то же самое, что и 4,6 двенадцатых или 4,1. Таким образом, количество занятий, которое сможет посетить моя подруга на $54, равно 4,1, согласно пробной программе. Если бы это был клуб, в котором посещать половину занятий нельзя, то тогда мы бы ответили, что на $54 можно сходить только на 4 занятия. 4 занятия моей подруге обойдется немного меньше $54. Но если мы рассматриваем и не полные занятия, то она сможет посетить на эту сумму 4,5 занятия. Тот же вопрос для основной программы. Сколько занятий по основной программе сможет посетить моя подруга на $54? Опять-таки, 54 – это стоимость занятий. В данном случае $54 равно 20 плюс 8 умноженное на количество занятий, то есть 20 плюс 8 умноженное на s. И опять-таки я хочу изолировать s в правой части. Тогда мы сможем сказать, что s равно значению в левой части. Но в правой части помимо s есть еще 20 и 8. Давайте подумаем, как можно от них избавиться. Сначала давайте решим, как убрать вот эту двадцатку из правой части равенства. Что для этого нужно сделать с уравнением? Самое простое, что мы можем сделать, это отнять 20 от правой части.
Но если мы отнимаем 20 от правой части, то и от левой части мы тоже должны отнять 20, если хотим, чтобы равенство оставалось равенством. В результате в левой части получается 54 минус 20, то есть 34. И 34 равно 8s. Значит, 8 умножить на количество занятий должно равняться 34. Если, конечно, 20 плюс 8 умножить на количество занятий равно 54. И чтобы из этого уравнения вернуться к первоначальному, нужно всего лишь прибавить 20 к обеим частям. Вот мы почти и решили это уравнение. Осталось только избавиться от восьмерки в правой части. Для этого мы разделим правую часть выражения на 8. А все, что мы делаем с одной части равенства, мы должны проделать и с другой. Каким же будет количество занятий, которое сможет посетить моя подруга на 54 доллара по основной программе? Восьмерки в правой части сокращаются. Количество занятий будет равно 34 восьмым. Давайте выделим целую часть. В 34 восьмерка содержится 4 раза и остаток 2. Значит, это то же самое, что и 4,2 восьмых. Или же 4,1. Таким образом, по основной программе на 54 доллара моя подруга сможет посетить 4,1 занятий. Исходя из предположения, что можно посещать не только полноценное занятие, но и его какую-то часть, по какой программе моя подруга сможет посетить больше занятий на 54 доллара? По основной или по пробной программе? На 54 доллара моя подруга сможет посетить немного больше занятий по пробной программе. На этом все. До скорых встреч!